На Ринмаре подвели итоги конкурса «Лучшая медицинская сестра Ненецкой окружной больницы». Из 9 претендентов на победу во второй этап конкурса заключительной вышли только 6. Конкурс приурочили к празднованию Международного дня медицинской сестры, который ежегодно отмечается 12 мая. Конкурс начался с приветствия и поздравления в адрес представителей этой профессии. Заместитель главврача Ненецкой окружной больницы Дмитрий Рождественский еще раз отметил важность работы медицинских сестер. Коллектив больниц и работа сотрудников больницы, направленная на лечение людей, невозможно без ваших усилий. Одни врачи не могут вылечить. Вы всегда нам помогаете, всегда вносите весомый вклад в здоровье населения. Каждая из претенденток достойна победы и признания. Но чтобы выйти в финал, необходимо было проявить свои профессиональные навыки, творческий подход и справиться с волнением. Жюри предстояло самое сложное – отдать лавры победителей одной из участниц. В результате нелегкой борьбы лучшей медсестрой Ненецкой окружной больницы 2018 года была признана Инна Карпушева. И вот волею судьбы с 2007 года я работаю медсестрой хирургического кабинета. Я могла бы вести передачу, а могла бы детей учить. 2 минуты решать задачу, что никто не сумел решить. Сколько разных профессий на свете, только нужно выбрать свою. И, конечно, гордиться этим я свою словно песню пою. Медсестра я, мое призвание, жизнь моя и моя судьба. Разделять чужие страдания и дарить вам частичку добра. Как нам рассказала фельдшер отделения медицинской профилактики Ирина Шестакова, конкурсы ко Дню медицинской сестры станут доброй традицией. В прошлом году такого конкурса не было, награждение просто было, да. Мы хотим возродить эту традицию в нашей больнице, и чтобы это было у нас традиционно каждый год, именно проведение вот этого конкурса. Профессиональный праздник медицинских сестер отмечается в день рождения одной из знаменитых англичанок – Флоренс Найтингейл, которая во время Крымской войны 1853-56 года организовала первую в мире службу сестер милосердия. В России праздник отмечался с 1993 года. Кирилл Иванов, Ирина Нежалова, Владислав Носкин, телеканал «Север».